30 января частично перекроют движение по улице Водопроводной и районе Старосенной площади. Это связано со вторым этапом реконструкции новощипного ряда, во время которого, в частности, будут менять трамвайные пути. Если верить схемам, которые опубликовал недавно обезглавленный департамент транспорта, также будет перекрыт выезд с автостанции «Привоз» на улице Водопроводную. Дату перекрытия озвучили, а вот когда этот участок откроют, неизвестно. Но схема движения автобусных маршрутов номер 117, 149, 220А, 128, 201, 202, 214, 121 и 237 уже изменена. Некоторые будут объезжать через переулок Высокий, а те, которые имеют конечную остановку на Старосенной площади, через привокзальную площадь.